На конкурс дети читают стихи. Вайтович Маргарита, 11 лет, город Щелкино, Крым. Стихотворение «Пусть будет снег». Автор Николай Вополина. Пусть будет снег, пусть будет белый иней, и гладь пруда в застывшем хрустале, и на стекле рисунки снежных лилий, огонь в камине и угли в зале. Когда зима немного запоздает, мы с нетерпением ждем ее приход. А ведь никто из нас еще не знает, что принесет с собою Новый год. Но белый снег тончайшим покрывалом укроет тихо жирный чернозем. И жизнь мы будем начинать сначала, грехи отмолим и свечу зажжем. И зимний день как будто искупление, и скрестый снег как ангела крыло. Зимой душе доступно вдохновенье, мечтать о том, что было и прошло. И пусть летят по снежным вихрям кони, из дальних стран неся привет тебе. Пока снежинка тает на ладони, успей спросить,